Сейчас, став намного старше и слегка мудрее, я вижу, что семья – это огромная слабость. Но еще это огромная сила. Ради нее мы встаем по утрам, стремимся к своей мечте. Пусть даже она кажется недостижимой. Семья не дает нам упасть, когда у нас уже нет сил идти. Мистер Анджело? Да. Мистер Сальери передает привет. Томми! Он теперь вас не тронут. Папочка! Теперь они вас не тронут. Помните, деньги, работа и даже друзья – все временно. Но семья – это навсегда.